привет. Решили с Алексеем съездить на пасеку. На пасеке его родственники, братья. Едем по полю. Запах, ну, блин, просто классный. Полевые травы, трава цветет. Запахи очень приятные. Ну, покажем вам пчел. Покажем, как люди живут. Что такое пасека. Вам приятного просмотра. Сейчас не до тебя. Да, друзья, ну, как я говорил, приехали на пасеку. Расскажем вам немножко, кто занимается этой пасекой, где живут, что делают. Вот люди приезжают, у них пчелы, живут они все лето здесь, то есть вот в этих вагончиках они и живут. Содержат пчел, пчелы летают. Смотрите, какое пространство. Собирают пыльцу. И люди кушают настоящий мед. Пап, мы сейчас что делаем? Ну, улю сейчас вскрываем. Вскрываем улья, где у нас пчелки. Там пчелки живут, правильно я так понял? Да. Которые пыльцу несут сюда. Посмотреть что-то. Не пыльцу, а нектар. 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 Ну и пыльцу, в принципе. А дым для чего? Дым вообще-то, это у них историческое. Когда пожар, у них начинает паника. Угу. Они набирают в зобик этот. Да. Это соты же называются? Да. Они его все затыкают воском, чтобы ниоткуда воздух не попадал в них. А вентилируют они сами свой улей. Угу. Я для них сейчас шок, правильно? Наверное. Дым-то? Ну, а вообще, вот этого... то, что кто-то лезет к ним. Ну, хорошо мало, скажем так. Ну, да. Посмотрим, что здесь. Они что, сейчас расплод или уже несут мед? Должны нести мед. О, вот как. А что они несут? Так. Пустая что-то, не особо-то полная. Самое главное не уронить. А то обидится? Очень. Будем бежать далеко? Ну, не знаю. Вот, а заполняют, здесь, да? Здесь уже есть что-то. Закрывают. Здесь это вот расплод. Вот это расплод, да. Вот. Молодые пчелки. Вот. Мы одели маски на всякий случай, чтобы не так было страшно. Они его-то знают, у нас нет. Он у них свой уже. Так, Алёк, это бытовые условия, где люди живут, ведут свой образ жизни. В вагончиках, кушают здесь же, газ у них. Так люди проводят и выращивают мед. Не знаю, зачем снимать. Он нормально. Это же специально делать, чтобы помех не было таких сильных. Это от ветра. О, здесь заполнено, ну, да? Пока еще нет еще. Рановасенько. Это выехали 3 дня, да, Коль? Сколько? Неделю? Да, выехали только что еще. Это
Это вот тот улей, который ты снимал с улицы. Ну, вот здесь что-то есть уже. Ну, блестит там. Угу. Наверное, вот тут, наверное, пошли. Кто помнит, ребята, зернохранилище. Находимся в деревне. Очень много старых построек. Очень много. Так что показываем вам. Едем на родник, ну и по пути нам вода, между прочим, с родника. Ну и потихонечку я на первой понежной почти без газа проехал. Пробуем потихонечку. Проблем нет, поехали дальше, ребят. А это какая речка началась? Это Горюн. Родник, ребята. Родник — это считается как чистая вода. Чистейшая. Чистейшая вода. Так, а что, нету, да, этого? Кого? Вода здесь вообще обалденная. А вот. Вон она, короче, кровоночка была. Но он не глубокий, да? Глубокий. Глубокий? Здесь не видать ничего. А, просто из-за того, что вода чистая, не видно, да? Да? Вон на те горы. Съездим, покатаемся по горочкам. Вам приятного просмотра. Заехали на гору. Смотрите, красивые места, красивые. Не каждый может увидеть это, не каждый может приехать. Вот для вас, посмотрите сами. На первой понижной без разгона попробую. Давай, он сейчас зайдет. Очень круто, ребята, очень круто. Первая понижная. Ой. Ну и что там интересного? Постой пока, сейчас я выйду, тебя сниму.
Смотрим Дастер. Мы заехали на первой пониженной в горочку без разгона. Ну, красиво, ребята, очень красиво. Места. 9-1, карандаш. Видите, и Дастер также спокойненько заходит. Прокатнемся дальше, покажем вам. Ну, в принципе, без проблем. Спецусловия надо, чтобы грязь была. Ну да. Так чуть интересно. Будем, ребята, ждать грязь. Позовем вас. Приедем и покатаемся по горочкам. По грязи. Давайте попробуем пониженную выключить. Поедем на первой повышенной. Первую пониженную включил для того, чтобы перестраховаться. Горки незнакомые. Ух ты! А там еще выше дорога уходит. Наше путешествие, маленькое, короткое видео, закончилось. Алексей остается, заберет человека, поедут обратно на пасеку. Ну а мы с вами едем домой. Есть определенные дела, которые нужно выполнить. Трасса. Вот она. Я сейчас выезжаю на трассу. Ну и поеду домой. Вам, ребята, спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал. Дальше будет интересно. Показываю вам красивые места, возможности автомобилей. Все, ребята. Пока-пока. Спасибо всем.